С тем. Разное. Это внутренние каре, которые построены при игумене Назарии в середине 18 века, в конце 18 века. Эти постройки первые каменные на острове. Игумен Назарий такой архитектор самоучка. И по своему собственному проекту он строит стены, в которых, эти корпуса, в которых размещаются братья, строится и первый собор. Преображение Господне, первый каменный собор. На его месте впоследствии строится второй собор, уже более больших размеров, так как тот храм не мог вместить всех паломников, которые приезжают сюда летом. Собор, который мы сейчас с вами видим, его построение было закончено в 1896 году.